Я хочу сейчас уточнить для тех людей, которые работают со мной по поводу панических атак и фобий. Те люди, которые меняют свой внутренний мир, где проросли эти баобабы, эти сорняки и портят вам качество жизни, вызывая те или иные психосоматические симптомы. Так вот, я обращаюсь к этим людям. Друзья мои, у нас эти упражнения, которые мы с вами делаем, они направлены на то, чтобы вы научились управлять и создавать свой внутренний мир качественно, чтобы адекватно воспринимать эту реальность, чтобы не было у вас дереализации, деперсонализации, чтобы вас не мучило беспричинное беспокойство и вот эти автоматические мысли. И эти упражнения мы с вами делаем, и у вас они получаются. Но вот есть у меня ряд людей, которые это меняют, взгляд у них меняется, но они не действуют. Сидит мальчик, вроде уже стал выходить на улицу, вроде даже говорит, и девочки мне теперь интересны стали. А действовать дальше не действует. Ему бы найти свое место в жизни, определиться в каких-то интересах и не просто выходить созерцать, хотя он раньше этого не делал, а уже строить планы, надежды. Вот это я рекомендую вам. Для этого я рекомендую вам 7-8 ролик из этого большого фильма «Избавление от панических атак и фобий». Тогда, когда мы нацеливаемся на решение этих задач, когда мы находим свои цели и учимся достигать их. Поэтому, друзья мои, вы должны, кроме того, чтобы избавиться от соматических вот этих страхов, вы должны найти вкус жизни. А то вот другая девочка вроде избавилась, но, говорит, лениво жить. Друзья мои, нету такой таблетки, нет такого упражнения, чтобы за вас найти ваши интересы, ваши цели. Я всегда говорю, пробуйте, чтобы узнать вкус яблока, его надо надкусить. Пробуйте то, другое, пятое, десятое. И у вас получится. Много таких людей, которые находили себя совсем в других ипостасях и в других ролях в этой жизни, когда избавились от этих панических атак. Поэтому мало избавиться от панических атак и беспричинного беспокойства. Надо еще найти цели в жизни. И у нас с вами получится.